Всем здравствуйте! Это польские пончики. Очень вкусная штука, но очень неполезная. Я бы даже сказал, более прямолинейно, это вредная еда. Но она действительно вкусная. Прибывая в Польше, нужно, конечно же, это попробовать. И рекомендую, чтобы как бы был уже полный боекомплект. Пробовать так пробовать. Предлагаю пробовать с такой гремучей смесью, как грецкий йогурт. Вот сейчас я вот эти два пончика попробую приговорить. Я это употребляю не часто. Употребляю только пребывая в Польше. Дома я такого не ем в Украине. Ну и, конечно же, остальная еда должна быть более полезной. Например, в частности, я только что съел мандарины, потом яблоки. Ну и теперь настала очередь уже такой не очень здоровой еды.